В школе «Возрожденные традиции» провели урок мужества. О том, кто такой герой и как по погонам определить звание и должность, рассказал Максим Девятов, герой Российской Федерации. Подробности в нашем материале. Кто такой герой? Это не только самопожертвование ради кого-то одного. Это самопожертвование в целом, ради страны, ради будущего. Максим Девятов с первых дней принимал участие в специальной военной операции. За мужество и героизм в ноябре прошлого года ему присвоили звание Героя Российской Федерации. О том, почему важно защищать родину, он рассказал на встрече с учениками школы «Возрожденные традиции». Такие встречи нужны, потому что дети смотрят на живой пример отваги, самоотверженности и патриотизма. После встречи с военнослужащим дети сделали рисунки и написали письма солдатам. В школе «Возрожденные традиции» ведется активная деятельность по патриотическому воспитанию детей. Учителя рассказывают детям об истории России, посещают местные музеи и мемориалы героев Великой Отечественной войны. Основная наша задача – это воспитание гармоничной личности ребенка с уважением, чести и достоинства в первую очередь. И основываемся мы на трех столпах. Это духовное развитие, физическое развитие и интеллектуальное развитие. В завершении встречи детей ожидало чаепитие, на котором они смогли задать интересующие их вопросы герою. Августина Охременко, Валерий Майоров, «События».